Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Бравл Старс. Усаживайся поудобнее, братишка, потому что, блин! Вот сколько я не пилил ролики, друзья, по Бравлу? Наверное, 4 или даже... Слушай, может, 5 дней даже? Капец. В общем, дело в том, что... Конечно же, ребята, я открываю в основном бокс, либо мы с тобой играем в ту же самую роборубку. Завтра, кстати, роборубка, так что обязательно приходи и откроем боксики и в роборубочку сыграем. Вот. Но дело в том, что если бы я просто записывал, как я там, например, столкновение, да, в ШДР хожу, тащу... Ну, неинтересно, потому что YouTube завален, он просто завален этим всем. Вот в чем проблема. И даже... На удивление, ты скажешь, блин, так ты же нуб. Да, я, кстати, до сих пор 11 тысяч кубков, я до сих пор нуб, кстати. Между прочим, я до сих пор нуб. Ну, не очень хорошо играю. И ты скажешь, блин, так, братишка, просто повысь свой скилл, давай, мы за тебя будем болеть. Но дело в том, что про смотрит даже меньше, чем нубов. Я посмотрел на ютубе, что, например, нуб играет в Brawl Stars, и там пипец просто, что происходит. То есть нубов... Даже, я не знаю, лучше, больше смотрят. Я в шоке. Так вот, какой выход из этой ситуации? Либо начинать донатить, да, то есть Макс Про сейчас. Погоди, братишка, сейчас я давайте так вот сделаю. Либо начинать донатить, но я это категорически вообще не хочу. То есть там на новом аккаунте, потому что на старом, блин, ну попробуй еще выбей. Либо челленджи какие-то начинать снимать. Кстати, тоже хорошая тема. Ну, надо подумать, это тоже новый акк. То есть что-то на новом аккаунте, например. Вот. Напишите, друзья. Если не влом, я все равно как бы посмотрю, подумаю, что с этим можно сделать. Потому что все равно как-то, блин, ну не хочется прощаться с Бравл Старсом. Как-то, да, обновление мы снимаем. Как бы тут-то не переживай. В общем, давай, погнали. Давай, наверное, все-таки сыграем за кого-нибудь. Я давно не играл за Розу. А между прочим, она неплохая. И сегодня, кстати, такая новость. Подожди. Баланс, обновили баланс. Давай посмотрим, как он поменялся в лучшую, худшую сторону. Так, Кольт, смотри-ка, его атака повысилась с 300 до 320. Каждая пуля, это супер. В роборубке или против босса, это просто супер. Так, и супердамаг то же самое. Динамайк, повышена тоже атака за динамит. Эль Прима повышена хп. Офигеть, смотри, они даже ничего тут не урезают, а AMZ тоже повышена хп. 3600 было, 3800, еще какой-то хилинг, но это, по-моему, пассивка там какая-то. Я даже еще, у меня только у Ниты две пассивки, все, капец. Фрэнк, ему тоже повысили хп на 300, но я за Фрэнка вообще толком не гоняю. Можем, кстати, за него сегодня сгонять, посмотреть, кстати, как будет. Леон тоже, между прочим, повысили максимум рейндж. Пэм повысили хп, притом ничего себе. На 300. Пока тоже повысили. Спайк, атака повышена. Притом не на 20, а на 40 за каждый шип. Тику тоже. Просто супер. Друзья, 8 бит. Больше... Так, бабл после респавнинга. А, это пузырь, который невозможно уничтожить. Знаешь, когда только респавнишься, понял. Офигеть, а вот это уже минус. Вот это минус новости, но это действительно имба, поэтому это, наверное, должны были давно, как бы. Би Honeycode, это тоже, по-моему, пассивка, я точно даже не знаю. Карлу, что-то у нас тут, вот тут уже поменьше сделали ему процентиков. Дэрил. И мистеру Пи. Атаку тоже, смотри-ка, понизили. Да, ну ладно, друзья. Ну, в принципе, слушай, такое неплохое обновление, как бы, для меня. То есть, тот же самый Тика, я офигеть, как Тика использую. ПМ я тоже люблю, да Пока тоже, почему бы и нет. Для Джесси бы тоже что-нибудь сделали там. Ну, неплохо, МЗ. И Спайка, кстати, у меня только одна Лего, поэтому сегодня мы с тобой поиграем обязательно. Попробуем потащить. Итак, давай, парная, let's go.
Что ж, друзья, погнали. Мистер Пи как раз нам попался, сейчас мы на него посмотрим. Так вот, друзья, чтобы, блин, записывать, нужно либо тащить как бог, либо реально, полным нублом быть... Кто на это будет смотреть, ребята? Кто будет на этом? Вот называют даже ролики нуб, но нифига там, блин, не нубят. Вот что я тебе скажу. Так, давай, сейчас потихонечку. Что, серьезно ты хочешь ко мне? Тихо, братан, давай спавнись. Ой, спасибо. Немного спас меня. Сейчас мы с тобой отходим. Ай, бревно, спасай меня, бревно. Мистер Пи. Ай, блин. Сейчас, друзья, сейчас мы аккуратненько... Тихо, за бревном, за бревнышком давай. Блин, там двое идут. Вот это мне не нравится вообще ни разу. Блин, сволочи проклятые, треклятые сволочи. Беги, мистер Пи, беги. Капец какой-то происходит. Он спасся чудом, просто чудом. Красавчик, молодец. Пока тащим. Ну, четвертое место не хочу. Не хочу что-то четвертое место. Блин, сейчас нас будет ужасно прижимать, ребята. Я не могу просто туда-сюда бегать, понимаешь, в чем проблема? Так. Эти засранцы идут сюда. Да хорош мне в жопку, блин, стрелять. Стреляют. Но у меня быстро хп, конечно, восстанавливаются. Да, ребят, короче, надо реально... мы, кстати, неплохо сейчас играем. А именно в кустиках сидим, это контент, это топ-контент. Ребята, если что, завтра будет роборубка, приходите обязательно, у меня 100 билетов, я, смотрите, как делаю сейчас. В общем, я уже сколько, я, в принципе, каждый день захожу, получаю подарки, это прям обязательно, это мне очень-очень нравится. Заходить каждый день, хоп-хоп, так получил что-нибудь. Тихо. Так, столкновение, да ладно, нифига себе, мы вывозим с тобой. Так, тихо, не беги. Ой, блин, я папуаш, одним словом, блин, зачем я побежал, куда я побежал, вообще ничего не понятно, но... Надо было действительно, там, видишь, прижимало нас конкретненько, так, поэтому... Ладно, награда, мы с тобой жетоны получаем, давай еще, братишка, блин, хорошо, хорошая такая команда у нас. Но надо с другими братанами все-таки поиграть. Так вот, завтра будет роборубка, ребят, и как бы бокс точно обязательно будут. Так, давай, быстренько, боксики ломаем с тобой. У Розы офигенно то, что она кулаками раз. Кстати, в Брауболе она тоже хорошо тащит, она прям молодец. Мне вот, я как-то раз поиграл... За нее очень хорошо идет. Ну, естественно, что Бул там тоже был. Да, вот тогда будет вообще великолепно. Ах, напарник. К сожалению, ребята, я, конечно, все понимаю, но давайте-ка без хамства, окей? Что-то вы совсем офигели на меня гнать. У меня 7 банок, у вас там по 2. Нифига себе, они какие безумцы. Я вроде думал, что на 500 кубков не так все происходит, но, видимо, так. Здорово! Ты чё, блин, думала, что я, блин, просто так, блин, такой увижу и отдам тебе баночку? Офигеть, блин, они такие безумцы. Я офигею. Ну, мы хорошо, вообще хорошо идет. Сейчас, у меня, если что, есть, да, эта штучка. Тихо, да, я немного подожду. Вот это ходячая турель, это прям супер. Так, столкновение, смотрим, где? Вон там Джесси, я так понимаю, это ту, которую я убил, да? Это не все, ребят, там еще Бул. Чертов сукин сын, я так и думал, что слишком как-то это будет... Ну давай, Бул. Булочка ты, блин. Блин, он специально ждет, короче, пока там Джесси. Все, отлично, просто хорошо у нас получилось, но все, хорош, мы с тобой... Неплохо, да, мы с тобой... Слушай, может сегодня даже... Ну-ка, давай, идем. Офигеть, мы с тобой сегодня забустим. Сколько мы с тобой получим-то? Ну-ка, давай, братиш. Вперед, давай, собрались. Так, идем дальше. Вон, я пойду вот этот вот забирать боксик.
пока там никого нету. Есть. Так, идем к следующим. Пайпер там старается, что-то делает, блин. Капец, что мы вообще творим? Офигеть. Так, пойдем спасать нашего друга, блин. Он, видишь, он как бы сейчас в беде. Немножечко так. Офигеть, ни хрена, мы просто монстры, ребята. Просто офигеть монстры. Тихо. Капец, чё вообще происходит, офигеть. Мы красавчики с тобой. Здорово. Блин, больно не счёт, однако. Так, ну мистер Пи ее точно сейчас зажмет. Вот единственное, ПМ только. Это не очень приятно, но... Давай избавимся от нее. Мансить. Надо, короче, надо научиться мансить, ребят. Смотри, как она живет, а, живучая сучка. Быстро набирает, видишь, в чем проблема. Все, красавцы, просто мы с мистером Пи. Слушай, мне это определенно нравится. Так, наград за место, мы с тобой еще дофига так. Давай, братан, еще один бой, пожалуйста, только не выходи. Он не выходит, отлично, просто нам повезло, хорошо. Как это вкусно, посмотри, как тут хорошо все. Офигеть. Сейчас мы с тобой, ну точно, блин, выиграем. Хотя бывает такое, что... Вот знаешь, много так боксов, да, стоит рядом нас. С нами, но... Так, все. Тихо. А то я разогнался, пипец, ребят. Пипец, разогнался. Блин, братишка. Блин, печалька и беда. Блин, ну это клевая штука, конечно. Так, давай немного подождем. Можно подождать. О, здорово. Есть. Че, серьезно? Он прям ко мне идет? Тихо. Надо аккуратно, ребята, это что-то я совсем тут обнаглел. Так, ждем нашего напарничка. Есть. Хорошо. Блин, вот единственное, мне бесит, когда они прям нарываются. Это прям... Так. Ладно, я просто забоялся. Забоялся за нашего братишку. Да ты чё, блин, офигел? Смотри, что делает. Блин, на нас двое катят. Это вообще напрягает. И там еще сзади, блин. Живи, братишка, молодец, красавчик. Все, ждем, пока они там друг друга переколбасят. Блин, дурацкая... Да блин, вот если бы я за ПМ этой не побежал бы, вообще все шикарно было бы, но... Ранг 21, ребята. Просто офигеть. Все равно красиво было. Давай, ладно, еще последний раз. Мы с тобой сыграем боксом, мы с тобой получим. Блин, это просто офигенно. Черт, вот эти вот бои, они прям завораживают, ребята. Что у меня аж дрожит все тело. У вас было такое, ребят? У меня дрожит, мало того, что я смотрю, замечаю, короче, на записи, у меня начинает какой-то нервный тик, ребята, вот знаешь, вот так вот.
губы дрожат просто нереально. Вот вы можете посмотреть, сейчас отмотать. Если вы не замечали этого, вы сейчас офигеете. Просто вот это плохо, очень-очень-очень-очень. К сожалению, вот бывает такая беда. Сколько мы там? Минус 6 получили. Ладно, все, это знак, типа, надо выходить, все. Даже камера, смотри, сказала, типа, молодца, молодца. Тихо. Подключаем мы камеру с тобой. Такое бывает. Все, отлично. Так, теперь самое просто время открыть боксики. Вдруг что-то... Вдруг... Я на самом деле уже говорю, ребята, я боксы уже открываю без записи. Я все жду того момента, знаешь, я, когда ухожу в туалет, я начинаю играть Brawl Stars. Короче, ставь лайк, если ты так же делаешь, на толчке играешь. Короче, на толчке играю в Brawl Stars, друзья, открываю боксы и все жду этого момента, чтобы снять, типа, в прямом... Ну, не в прямом эфире, конечно, просто на запись нажать на телефоне, типа, ребята, я выбил там Лего или Мифика, выбил, сидя на горшке. Ну, и нифига, вот знаешь, нифига это не работает почему-то, я не знаю, это не работает. То есть я уже открыл порядка, слушай, ну... Наверное, боксов 60, то есть без записи, понимаешь? Я как бы мог скопить как бы на запись, но я уже... У меня такого не было, чтобы никто вообще не выпадал, вообще никто не выпадает, смотри. О, удвоитель, отлично. Второй бокс. Ну, видишь, я такой жду, и нифига. Я помню, когда я только скачал Brawl Stars, я каждому боксу радовался. Просто каждый. Я открывал и думал, сейчас выпадет. А в итоге ничего не выпадало, блин. Так, давай поиграем мы с тобой, значит, у Спайка, да? У Спайка, между прочим, что-то новенькое такое. И мы с тобой можем как раз пойти. Так, Brawl Ball, есть захват кристаллов. Давай по стандарту в захват кристаллов мы сейчас с тобой сходим. Блин, надо было с братишками. Я вот, блин, с рандомами. Почему вообще с рандомами? Почему? Да потому что братишки слишком тяжелые, но не, я вот, ты сам знаешь, что мы с фейком Ауром постоянно играем, постоянно там, блин, зря я туда подошел, зря, но ничего, ребят, тихо, надо собраться, собрались, Лаки, давай, стреляй там, ну же, братишка, вперед, тихо. Блин, офигеть, они уничтожают просто. Надо как-то, знаешь, давайте атуем вместе, просто вместе. У нас чуть-чуть осталось времени, ребят. Вы чё, блин? Тихо. Я жду. Сейчас, когда мы с тобой. Тихо. Блинский. Я даже, блин, специально ульту туда кинул, но... Не, все, пацаны, мы просто как тупые боты, короче, идем такие в одном месте, через одно только место, и такие, мистер Shadow Apple даже сдался уже, нет, он что-то постреливает еще, молодец, красавчик, ну бывает, да, то, что такая команда, ничего страшного, в принципе, нет. То есть, как бы, такое бывает часто, скажем так, но я так и не про... Тестировал Спайка, давай, мы с тобой сейчас еще раз сходим. Спасибо, ребят, что вы отказались. Типа, не-не-не, мы не пойдем. А мне в меню, например, в лом выходить, чтобы там хоп-хоп делать. Поэтому мы с тобой быстренько вот так делаем. Итак, начинаем, Леон. Тихо. С одной стороны, мы не пойдем, мы не дураки. Так, хорошо. Отлично. Ну, вот это уже команда более-менее. То есть, видишь, как бы тут мы с тобой сейчас начинаем прям тащить. Так, молодцы. Мы держимся друг друга. То есть, видишь, прям не поддаемся. Ну, что ж вы никогда не идете-то в мои ловушки? Я не понимаю. Мне это бесит просто ужасно. Ребята, это меня прям реально бесит. Так, тихо, мне это не нравится.
Отлично, 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 ребят. Наруто, в нашей команде Наруто, я даже не увидел, блин. Или он 2-0. Наруто. Давай, покажи себя. Нет, Боруто был лучше. Наруто! Тихо, 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 спокойно, спокойно, отлично, мы хоть, ну хоть как-то мы с тобой оправдались, хоть это был вообще капец. Тихо, тихо, everybody! Черт, как мы вообще выигрываем, я не понимаю, 7, 6. Вот, вот, ну наконец-то, ну хоть на холодильнике ты смог потренироваться. Это знаешь, как, вот я сейчас начал играть в Shadow Fight 2, хоть... То же самое на холодильнике, хоть тренируйся, блин. Так, все, на звездный жетон, друзья, мы с тобой победили. А, кстати, сколько там? 7, 8, 9. Ну, блин, не хватит. Одного жалко, к сожалению, нету. Давай в Brawl Ball сходим. Я вот, мне очень понравилось, короче, мы тут с фейковым ауром и еще с братишкой создали команду, и я прям за Розу хорошо тащил. Ну, хорошо, это в моем понятии, конечно, с такими моментами, где, блин, ты вот фейспалм делаешь, но более-менее. Так, Фрэнк тут у нас, смотри-ка. Тихо, 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 тихо. Так, держите. А чё ты? Пас! Всё. Хорошо, ребят, я не знаю, чем вы там занимались, но... Окей, на Фаня там вот. Я реально не знаю, чем они там занимались, но они чем-то там занимались. Чё вы стоите, ребят? Чё они стоят? Ты не забыл! На Фаня, блин! Красавчик. На Фаня красавчик всё-таки. Силу 10, отлично, ребята, мы с тобой победили. В общем, звездный жетончик мы с тобой получили. Ну, неплохие катки сегодня были, согласись. Вот, но... В общем, завтра запишу ролик, надеюсь, будет нормально. О, бокс, 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 пожалуйста, крутись, вертись, фиг тебе. 3 гема, ну спасибо хоть за это. Теперь у меня 4 гема, о. Капец. Ну что ж, друзья, на этом все. Не забудь проставить лайкосик. Бай-бай, дорогой братишка.